песенка. Небольшое вступление, чтобы вы поняли, это продолжение легенды о гамельнском крысолове, в который увел из города всех детей. Прошло много лет, но однажды крысы вернулись. И тогда вернулись и они. Так что грохочут крыши и стекла дребезжат. Безмолвный и суровый, храня сплоченный строй, отряды крысоловов вступают в Гамель свой. Ветер, грядут подочки кров, оплаканные дети, потерянная кровь, прикрыв пустые взгляды забралами ресниц, они проходят рядом, не узнавая лиц. Дрожат Thank you.
больше нельзя. Мы ведь люди, а не стадо.
окна и вспоминает этот странный сон. Ведь образ той, что снилось лишь вчера, никак не вспомнить он. Она как замок из песка, то кажется, что вот она, то снова далека. Oh, God.
Сливая с себя грязь спиц. Я хотел дыхать эту копоть. Я хотел просрать свою жизнь. А мой объем шестной коробки. Тогда ты взят на план. И вот сегодня, когда хотел нажать я на кнопки, я не вижу, что держал. Я двинусь вперед.
Сейчас сыграем парочку каверов. Как думаете, в Швейцарии есть классные банды, нет? По-любому. По-любому. Нет, мы сыграем песенки из репертуара групп «Шакра» и «Готхард». Итак, Аделайчика можно убрать чуть-чуть? Очень много. В дилея можно убрать? Очень много. Потому что песенка быстро будет, не надо, чтобы плавалось. Хелло! We'll be right back.
Когда прервется этой жизни нить.
жить, все будет жить, и только нас не станет. Возвращаться в чьи-то сны, проклятье.